Привет, гости и подписчики канала. Сегодня вечерок, я еду на не совсем обычную рыбалку для себя, так сказать. Сорока на хвосте принесла информацию о том, что в одном месте мужики ловят сома на обычного червяка, то есть что-то типа донки. Вот, и мне пришла идея, так сказать, опробовать это дело, в общем, на спиннинг, на съедобный силикончик. Вот, я решил зарядить отводной поводочек. Вот, кстати, красивый закат. Решил зарядить отводной поводочек, нацепить вкусный силикончик с каким-нибудь запахом съедобненький и попробовать это дело. Возможно, мне получится поймать сома на спиннинг. Вот. Это для меня совершенно новая штука, я еще таким никогда не занимался. В общем, будем пробовать. Один мужик рассказывал то, что поймал сома там на 6 килограмм. И как бы за ночь у него была вторая поклевка сома, но сом был таких размеров, что подтянул его к берегу, он просто этот сом обернулся два раза вокруг своей оси, и в общем все снасти оборвались, и мужик его упустил, этого сома. Хочу передать отдельный привет буржуйским жопам, которые сидят в кабинетах власти. Посмотрите на состояние дорог, какие ямы. Это просто жесть. Такое ощущение, что тут шли какие-то боевые действия. Просто тут разбомбили все. Мы подъезжаем к месту дислокации. Тут у нас наблюдаются шикарнейшие ямы. Просто 5 звезд каждая яма. Годами настоянная, выбитая. Каждая глубиной, наверное, по полметра. И вот я вижу тут первые машины. Все тут все подсака, коньячок, все как положено. Народ будет ловить рыбу. Сейчас мы выйдем, посмотрим, что тут. Море маленько неспокойное, чуть-чуть волны, я думаю, нам это никак не помешает. Народ там уже ловит, спиннинги стоят. На той стороне светятся огни энергодара, атомные электростанции и тепловые. Ну, а мы сейчас, я думаю, там выскочим и будем пробовать где-то там. Пока собрался, тут уже, конечно, капитально стемнело. Сомневаюсь, что это будет видно. Такая тут местность. Вот. Пахнет какая-то трава, зацвела. Просто такое ощущение, что духи разлили. Сразу тут, где остановился, тут и попробую, буду кидать. Пробовать. Такие тут камни капитальные, плиты. Сейчас найдем более-менее ровный камешек и будем пробовать. Ловлю я, сразу поставил страшную какую-то прокозябру, типа рака. Жека, тебе привет, твой рак еще живой, который ты мне дал. Сразу его, мне это кажется, будет правильно, намажу аттрактантом. Для того, чтобы помочь сому почувствовать сие чудо. Тут под пузом такие пазухи есть. И я туда аттрактант загоняю. Вот. Чуть-чуть прячем крючочек. Все. Поехали. Еще раз повторюсь. Ловлю на отводной поводок. Это не, так сказать, не прихоть,
а вынужденная мера. Потому что вот какие камни тут подо мной лежат, такие камни там и на дне. Если тут ловить джигом, то в общем, все приманки пообрываются. Тут просто нереально джиг протянуть. Так, еще раз проверю фрикциончик. Фрикциончик работает. Смазанный. Можно даже затянуть маленько. Все, отлично. Так, повесил 20 грамм, так как я не знаю, что тут за глубина. Но глубина хорошая. Я скажу, что 20 грамм я не зря повесил. Это место нам ничего не принесло. Сейчас сменю приманочку с вот этого вот рака на какой-нибудь твистер. В воде больше колебаний, больше движений было. Может быть, это даст какой-нибудь результат. Нашел у себя вот такой вот твистерок мансовский. Может, на него как-то тема пойдет. Хвост у него довольно-таки большой, я думаю, колебания в воде будет создавать то, что надо. Правда, опять же, его надо будет маленько подмазать аттрактантом. Все, отлично. Песня. Песня. Так, где моя леска? Блин, леску потерял. Ага. Комаров просто капец. Со всех сторон облепливают. Так, все, тема налажена. Сейчас ищем все местечко. Ну, это прям камень. Как трамплин. Да, море бурлит потихоньку. Ну, как-то так. Силикончик играет просто бомба. Леска уходит, уходит. Я думаю, она уже на дне. Комары, это капец. Маленько я перевооружился. Нацепил вот такой вот непонятно кого, какого-то дракона от Lucky John. Вот, может быть, это напомнит ему медведку, и он ее схавает. Ловлю на вот тиогу такую вот светящуюся. Прикольная тема. Наверное, скорее всего, больше играюсь, потому что, когда закидываю, она улетает просто как НЛО, с таким, как пуля просто. Сейчас выключу свет, посмотрим, будет видно или нет. Вот такой вот зверь. Ну-ка, будет видно при забросе ее или нет. Да, на камеру точно не будет видно.
Возвращаемся к старой точке. Тут вообще мелко, неинтересно. Короче, закончилась моя безумная рыбалка. Так и не было у меня ни одной поклевки. Да и, по-моему, мужики ничего не поймали. Ни поклевочки, ни рыбы, ни хвоста. Хотя в берегу мелкая рыбка плескалась. Я не знаю, возможно, позже были бы какие-то выходы. Кстати, вот проезжаю мимо казацкой сечи Марганецкой. Тут что-то какие-то памятники. Казацтво организовали. Часто кол набили. Но, по-моему, это не для нас все сделали. Не для обычных людей. Буржуинчики себе подстроили. Тут карасятнички машин наставили. Рыбачит народ. Везде огоньки, везде фонарики. Как будто тут Лас-Вегас или Новый год персональный. Сколько их тут стоит. Натыкано. Просто капец.